ПЭТ или позитронно-эмиссионная томография известна уже давно, но только в этом году современный центр диагностики появился в Рязани. Метод достаточно прост, хотя и потребует неукоснительного соблюдения правил. ПЭТ – это углубленная диагностика, детализирующая все новообразования. Методом позитронно-эмиссионной томографии мы можем увидеть не только анатомию, а метаболизм клетки. То, как вещества различные транспортируются в клетку, транспортируются из клетки, накапливаются. Эти процессы происходят в организме значительно раньше зачастую, чем происходят анатомические изменения. Это первый момент. И второй момент, когда, допустим, пациент подвергается лечению, например, химиотерапии, и происходит удачное воздействие на опухоль. Опухоль реагирует на химиотерапию, она прекращает свой рост. Она никуда не девается в одну секунду. Если мы выполним компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, мы ее увидим на месте. Среди студентов – ординаторы радиологии и онкологии. Для них это предметный разговор, тем более, что лекторы говорили на понятном для них языке. Для некоторых PET-технологи – это перспективное место трудоустройства. Я сегодня пришел познакомиться с этой программой, и, в принципе, все было интересно и для меня очень важно. Сегодня к нам приехали представители компании PET Technology, которые рассказывают, во-первых, не только о возможностях трудоустройства, но и рассказывают о новых методах диагностических, которые используются именно в их центре. Еще год назад для ПЭТ-КТ рязанцам нужно было ехать в Липецк. Понятное дело, позитива в этом было мало. Но в этом году центр открыли и в Рязани. Причем углубленную диагностику проводят по линии ОМС, то есть бесплатно. Технология развивается, технология становится все доступней. А Россия – это не только Москва. Поэтому развитие в регионах является приоритетным направлением компании. Потому что в регионах люди должны жить долго. Люди должны быть здоровыми. Технология ПЭТ-КТ заключается в том, что она помогает индивидуализировать план лечения онкологического пациента. Любое онкологическое заболевание – это не приговор, неустанно повторяют врачи. Это своеобразный вызов. Победить в войне с раком можно. Об этом говорит и европейская статистика. ПЭТ-КТ – метод, или, если хотите, снайперский прицел, который позволит нанести разрушающим ваш организм клеткам сокрушительный удар. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».